Здарова, подписчики канала Айзен, я ведущий этого канала Энди, и сегодня мы будем с Романом Плейс играть в силовую гонку клубов, точнее. Да, здрасте. Я до сих пор не выучу, как она называется вообще. Да. Лига клубов. Что за китайское название? Так, играем сегодня два матча, в силовой матч, чтобы быстрее апнуть наш клан. Так, чувак, я Брока беру, все, чувак. Ты кого берешь? Кольт. Кольт? Скорее всего. Я Брока возьму. А кого тут еще брать? А, ну, боится только. Ну, Эмза может зайдет, не знаю. Не, тут маленькая дальность для Эмза. Так, а запрещать? Деда. У тебя какая балька? Маленькая. Не бери. Давай эмбель запрещу. Да, давай. Все, я все равно не буду брать. А не тика. В принципе, спасибо, чуваки. В принципе, так и надо. Так, Маша, бери. Бери большую силу, не вторую. А, ну хотя у них сквик, в принципе. Ты больной! Зачем вторую силу? Все, я взял. Так, а он кого возьмет? Ну, зачем вторую силу брать? Ну, хотя, знаешь, у них 2 седьмых и, походу, без гаджетов. Кого я боюсь? Блинский. Кого ты боишься из этих троих? Я, наверное... Ну, Рика, возможно. Ну, да. Так, кстати, ребят, заходите в мой профиль, подписывайтесь на каналы моих чуваков. Там 3 канала у меня в профиле на Ютубе. А также я оставлю ссылочку на ВК. Что-то я перестал вставлять, но сейчас оставлю. Блин, сколько гаджет. И скин. Так, хоба. Мне кажется, как в прошлый раз, один раз просру. И... Оба... Блин! Рожаю. Он слился, пошел. Спасибо, Серега. Ух. Так. Лови аптечку. Так, надо загасить их. Ну, он идет просто на пролом, вообще пофиг. Зачем? На все. Вообще на все настрочил. Ребята, на пролом никогда не идите. Плохая тактика. Блин, бит. Насколько он играет лучше, чем я думал. Опа. Блин, интернет немного. Собаки, ну. Есть. Хоть я убил. Хоть одного слили. Зачем Эша вообще брать в этот режим, если тут тащат дальники? Тихо. О. Обид, наверное, там, да? Есть. Чувак, уходим. Не надо, не умирай. Да блин. Так. Нет. Я просто уворачиваюсь от Рика, который сейчас сдохнет. Может, точнее, сдохнуть, но он не сдыхает. Вот все, минус мыши. Блин, ладно, пофиг. Так, стреляем вон туда. Ой, как хорошо зашло. Блин. Лови аптечку. Чувак, сколько у него там хп осталось? И сколько у него звезд? Блин, сливай. А, почти. Блин, Эш, конечно, вторую силу взял. Это вообще, конечно. Не, это не в силе дело. Дело в том, что персонаж не подходящий вообще для этого режима. Эш, ну такой, средний. Не, Эш хороший боец, но не в этом режиме. Точнее, вообще не... И не на этой карте, ребят. Не, он как бы может играть на грозу поимку, но не на такой карте. Открытая очень. Но вон, тут дальность должна быть. Так. Да, блин, бит. Все. На базу. Тихо. Ну ты куда попер, бобер? Иди сюда, Эш. Ну нафиг, вот зачем так делать? Походу слить нам хочется. Ой, нет. О, спасибо, ты меня засейвил. Так. Иди хилься. Так, он туда. Скуйка. Все, домой. Ой, да блин, там бита чуть-чуть осталось. А, сквик! Сколько? А почему 1950? Не знаю. А, он, по-моему, под этой был, под 8-битом. Чего он так ногу снес? Я так сношу, с банками на броке. Ну, ой, есть. -2. Блин. Одна звезда, одна.
Чувак, нам надо больше звезд набирать, чтобы у нас дурак просто. Блин. Так. Есть, есть. Нет, не есть. А вот тут есть. Нет, а тут не есть тоже. Так. Я почти попал по биту. О, попал по биту, но... Бахнул. Это ничего. Все, тихо, тихо. Это ничего не дало вообще. 30 секунд осталось. Эш, блин, вот козел-то какой. Эш вообще. Если у Рика. Блин, давай. Давай. А вот и все. Вот мы и всрали. Эш, конечно. Ой-ой-ой. 35-30. Блин, ну что это за фигня? Плюс 5, ладно. Но тут слива нету, чувак, поэтому не так обидно. О, ребят, у меня что-то есть. А, понятно. Так, кидаем на Мэгу очки силы. Блин, чуть-чуть. Можно на Мэгу, пожалуйста? На Мэгу, пожалуйста. Барли, Биби. Ладно, давай. А мы две катки можем все сыграть? Две катки, потом можно, вот смотри, заходишь вот сюда, вот желтые звездочки. Можешь еще купить, если хочешь. Ну, давайте, ладно, две катки сыграем, пофиг. Так. Бро, ой-ой-ой, что за карта-то? Я не знаю, кого тут брать. Ну, тут ты ясно, кого возьмешь, а кого я возьму, я вообще не представляю. Но эта карта не для Фрэнка, но в Броу Боле я больше ни за кого не умею играть. Так, а я давайте, наверное, стул возьму. Он как бы дальний, как бы стену уж проламывает. Как... Так, а, я запрещаю. Так, запрещу, давай. Мне кажется, там динамайт будет тоже нам мешать, поэтому берем его нахрен. А не, им зулан, пофиг, в принципе. Так. Может, никого не брать, чувак, в принципе. Макс, ёй. Девятая это десятая, с пассивками. Так, кого возьмешь? О, не, кстати, неплохо, неплохо. Так, ты, пожалуйста, возьми какой-нибудь брок. Я брока смогу закосить. Если я буду за стеной стоять и так расстрелю, то я смогу брока закосить. Это берешь? Нет, стул. А, стул? Тебе на какой силе стул? С пассивками. Нормально. О, никого не взял? А, Гейл? А, это тебе жопа. Если ты будешь бить. А он на девятой? Это, если у него пассивка та самая, которая на замедление, то техана. Если у него, которая в стену типа оглушает, то, ну, такое. О, там Макса на пассивках еще. Ну, вот раду, что Брок без пассивок. Ой, там еще Макс со скином. Все, ребят, что там странно, очень страшно. Точнее. Ой-ой, ой-ой. Так, сливаем. Тихо. У меня ульта, у меня ульта. Тихо, ребята. Так, 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 так. Сливаю, сливаю, сливаю. Чуваки, чуваки, чуваки. Чуваки, чуваки. Вау. Да ты что делаешь? Блин. Ой, блин, что за... Кто сказал дать, я думал, ты уже все. Так я сказал, не да. Я не говорю вообще, давай. Ну ладно, забили, пофиг. Ну ладно, в следующий раз будем повнимательнее. Да я все, я понял, что там ты хотел. Ай-яй-яй-яй. Макса жрет. Ой. Блин, блинский. Там турелька тащит. Так. Нет, нет. А не успеют? У нас там это Джесси есть? Джесси есть. А, надеюсь, Гео не обманет ее. А! Гори в аду! Я Максу поджег. А где мяч? А вон он. Я выпрыгну. Так, так, так. Гейл, сливаю. Все. Блин, собака. А! А! Будь вратарем хорошим. Так, нам либо держаться, либо забивать. О. Так, там Гей. Л. Так, все, у меня мяч. Чувак, убей Брока. Как-нибудь слей его. Блин, там сантиметр вообще реально. Нет. Все, слил. Ну давай.
Сюда. Ох, даже сам забил. О, плотненько. Неплохо, неплохо, ребята. Так. Что-то я думаю назад тащит число. Ладно, еще второй раунд. У нас Джесси хорошая. Да. Ой! Блин, стенку прям. Гады. Зачем он взял этот гаджет, если тут больше такой тащит? Че гадина какая? Не, ну хотя, в принципе, если ворот ломать, то это хорошо, но, блин. Я уже что-то смысла не вижу от этого гаджета. А, все, ребят, Гейл не ту пассивку взял, либо у него нет второй пассивки, которая более хорошая. Так, я могу забить... А, не, я не могу забить. Убей Максу. Мне ульта нужна. А, давай, чувак, смотри. Да собака, что? Опять... Дай мне. Ничего себе там было. Можно и так. Я второй раз облажался со своей тактикой. Неплохо, неплохо там. Посмотришь, Андрюха, видео там реально было. Гори в аду. Все, хана. Да блин. Капец. Ты там стоишь, их обстреливаешь, никого не попадаешь, и там за тебя дичь происходит. А я тоже так сжать могу. Так, пока. Отъезжаю. Отъезжаю. Блин. Ой, ой, ой. Слил? Нет, не слил. О, почти слил. Давай, давай, давай. Есть, слил. Так, Гейл минус. У вас остается там Брок и этот, Макс. Всего лишь. Нет, тебя Брок может слить. Он много сносит с одного удара. Так, так, так. Блин. Что происходит? На Максе одна тыка, одна тыка. На Гейл тоже не жилец. Так вот, Джесси наша слила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я почти забил. Так. Отъезжаю. Вот за... Вот какая тварь. Нифига. Ну как? Мансила вокруг тебя. Ну блин, ну конечно, она скоростная, я на Фрэнке во чем, ребята. Ой, ой. Слил. Помогите, помогите, жопа. Помогите, жопа. Ой. Какая задница-то. Мы с нее выбрались. Чувак, у меня, может, сейчас... На. Блин. Ну что, народ? Засранец. Я Гейл слил. Козел какой. Дайте мяч, пожалуйста. Дайте мяч. Вау. Да не... Кому ты даешь? Да у меня ХП мало. И что, на базу бы отпулил к нам. На базу, там Джесси будет зовут. На базу к нам идут. Ой, ой, ой. Так, так. Так, сливаем. О, слил. Пау. Ой, ай. Ой, ой. Зада, задница. Что сейчас было? Не знаю. Плюс 9. Ох. О, плюс 80. А? Плюс 80 за победу. Отлично. Опа. Ну, типа все. Ребят, наш клан качается, смотрите просто. 39-3 и просто по нулям все. Не. А, кстати, а сколько нам дадут вообще за все это? 91? Вот что-то маленько. Хочется больше. Так, подожди. Будем дальше играть? Да не. Что-то там. Ладно, давай заканчивать уже. Вот так вот мы сегодня сыграли, одну слили, одну победили. Неплохо в целом. Брубо вообще отличный был. Подписывайтесь на наши вот эти каналы оба. У меня в профиле есть Роман Плейс, Армидол и Уалпен. Три крутых человека. Два ребята. Короче. Всем пока. Да.